Сегодня мы узнаем историю бедной Барби, которая любит балет. Она потратила все свои сбережения, чтобы купить платье и пойти на уроки балета. Барби пришла на урок. В классе много других девочек. Hello. Ой, Ракель взяла ножницы, чтобы разрезать платье Барби. Oh, no. Они такие подлые! Что же Барби делать? О, Барби пошла домой, чтобы взять другое платье. Но оно было старым и очень уродливым. Злые девочки снова смеются над Барби. Но Барби не обращает на них никакого внимания. Она очень старательно танцует. Вот это да! Барби танцует все красивее и изящнее. Скоро будет танцевальный конкурс. Давайте поможем Барби подготовить новое красивое платье для участия в нем. Танцевальное платье будет иметь короткую мягкую форму, плотно прилегать к телу и расправляться к низу. Нам не обойтись без пары прекрасных танцевальных туфель с прочными ремнями. Дополним образ ожерельем и цветами. Раскрасим костюм и аксессуары молодежным и полным жизни голубым цветом. Он хорошо подчеркивает цвет кожи Барби. Подол платья будет украшен мягкими перьями. Наша Барби точно станет лучшей балериной в этом платье из перьев. Прикрепим сияющие белые камни на пояс платья и аксессуары, чтобы создать невероятно шикарный наряд. Померяем платье на Барби. Вау, Барби просто прекрасна! Пришло время конкурса. Все подготовили красивые наряды, но ни у кого нет такого красивого платья, как у Барби, правда? Первая конкурсантка начала выступать. Она танцевала не очень хорошо, поэтому получила низкую оценку. Настала очередь подлой Ракель. Несмотря на свой характер, она прекрасно танцует, зрителям нравится, и она получает высокую оценку. Затем танцует девочка в желтом платье. У нее не очень хорошо выходит, и она получает средний балл. Настала очередь Барби. Барби красиво танцует, да? Зрители очень громко хлопают. И Барби получает самый высокий балл в классе. Барби наградили кубком и цветами. Она стала победительницей танцевального конкурса. Ура! Поздравляем!